Всем привет! Зовут меня Лена. Я рада вас приветствовать на своем канале «Жизнь худеющей богини». Доброго дня! Я из Украины, и я рада вас вітати на своем канале. Девчата, я вам обещала, сегодня будет такое видео «Мотивация-мотивация». Также сегодня я покажу вам свои объемы при весе 87 килограммов. И знаете, почему именно сегодня и именно сейчас? Меня, я скажу честно, задел один комментарий, немножечко задел, потому что человек, написавший этот комментарий, писал о том, что все, что я показываю, это фотошоп, это можно все отфотошопить, я очень далеко от камеры стою, я показываю себя в социальном купальнике. Ну, во-первых, я хочу вам ответить, и знаете, дабы ваши сомнения развеять, хочу рассказать о том, что в социальном купальнике я была всегда. Я всю жизнь была толстая, я всю жизнь была полная, и я себе, ну, скажем так, не могла позволить, ну, или комплекс такой был, ну, я видела, что это в априори некрасиво, когда все из купальника вылазит, если это раздельный купальник. Я в своей жизни никогда не носила раздельные купальники. Поэтому то, что я вам сейчас показываю в социальном, это нормальное явление. По поводу фотошопа, это прозвучало, скорее всего, больше как комплимент мне, потому что на самом деле фотографии не фотошопятся. Это первое. Второе. Сейчас мы с вами померяем объемы, но прежде чем я померяю объемы, чтобы это тоже будет своего рода фиксация, хотя вот это тоже ответ на комментарий, когда зрительница, вы бы нам показали свои объемы. В этом случае я бы хотела сказать, а вы бы посмотрели лучше мои видео, где я постоянно показываю, я себя обмеряю, показываю результаты стройнения. Бывают у меня моменты, когда у меня вес уходит, а вы видите, что сейчас у меня, ну, как бы равномерно идет вес. Я считаю, что это очень большая заслуга Светланы Никичук, моего диетолога, потому что я под таким колпаком, скажем так, если что-то идет не так, Светлана все это корректирует. Поэтому в этом я не вижу ничего удивительного. Как изменятся объемы, я тоже сейчас, кстати, хочу замерить, потому что я иду к цели 80 килограммов в конце года. Но кто смотрит это видео впервые, а я знаю, что такие зрители есть, потому что я смотрю, канал опять начинает активно развиваться и идут подписки. Поэтому я вас очень прошу, поставьте плюсик, что вы мой новый зритель. Мне будет приятно увидеть, что у меня появляются новые тростиночки. И именно для таких зрителей я хочу сказать, что я стройнеющий блогер. На своем канале я постройнела на 50 килограммов, медленно, но уверенно. Когда пишете, что не все обвисает, девочки, все висит, все это есть. Ну, для этого существует либо корректирующее белье, либо какая-то одежда, где я это все стараюсь прикрыть. Вы мне пишете по поводу лица, что не все обвисает, девочки. Ну, все равно, как ни крути, но какая-то обвислость есть, где-то что-то есть. Поэтому все это у меня есть и все это у меня присутствует. Но прежде чем я буду делать свои замеры, я вам хочу дать такую небольшую мотивацию. Смотрите, рядом со мной находится, наверное, мне надо немножечко вот так, чтобы вам было видно. Рядом со мной находится мешок. Давайте немножечко, я люблю такие видео, потому что на моем канале они периодически выходят, вот как я сбрасывала свои ненавистные килограммы, я делала такую визуализацию для своих зрителей. И когда я жителям Инстаграма пообещала, что это будет сумасшедшая мотивация, я уверена, что и для вас это станет большой мотивацией. Рядом со мной мешок. Этот мешок пустой был, я его наполнила вещами, потому что я не могла себе позволить взять целый, не, я могу себе позволить, я из богатой семьи, знаете, как говорят, я могу и купить мешок сахара, и здесь его поставить, но я его не подыму, я его просто физически не подыму. И на своем канале я показывала, когда сбрасывала там 10 килограмм, 20, 30, у меня были баклажки, когда я подымала, девочки, кто со мной давно, напишите, да, мы это помним, когда я брала в одну руку 20-литровую баклажку, во вторую руку 20-литровую баклажку.
У меня хватило ума брать их полные. Меня зрители очень ругали, говорили: «Лена, ты что делаешь? Ты подумай о своем здоровье». И вот да, сейчас 50 килограмм сахара я бы не смогла поднять, а у меня сброс веса 50 килограммов. Вы представляете, сколько я носила на себе, практически у меня есть знакомая 49 килограммов, я носила на себе человека, я носила на себе мешок сахара. Сейчас, конечно, я его подниму легко, потому что я сейчас с микрофоном, я так на расстоянии. Я подниму легко, потому что, ну, здесь вещи. Но вы просто представьте, что это мешок из 50-килограммового сахара, что здесь 50 килограмм сахара. И как это ходить каждый день с сахаром на плечах? Поэтому, возможно, для вас это станет такой бешеной мотивацией начать улучшать свое здоровье. И не зря я проговорила, что здесь там не мешок картошки 50 килограмм, не мешок риса, да, мешок сахара. Вот с исключением сахара из своего рациона вы обязательно увидите свои результаты. Я в этом уверена на 100%. И в очередной раз у меня такие мотивационные видео выходят очень часто на моем канале для моих и новых зрителей, и для тех, кто немножечко сошел со своего пути стройности, я периодически их выпускаю. Поэтому с сегодняшнего дня я вас прошу, кто принимает мой вызов, а мой вызов заключается в элементарном: на неделю исключите сахар и хлеб, и вы обязательно увидите результаты. Кто принимает вызов, пишите: вызов принят. И с завтрашнего дня вы пьете чай и кофе без сахара, едите свою еду без хлеба, не употребляете хлеба бубочные, как у меня говорит подружка, изделия, хлебобулочные изделия и выпечку. И вы сразу же за неделю увидите результат не меньше 1 килограмма. Ну что, кто есть смелый? Знаете, есть такое выражение: ну что, слабо? Вам слабо? Если не слабо, пишите: вызов принят. И через неделю, в среду или в четверг, я буду ждать вашего отчета. И я уверена, вы мне напишите: «Лена, у меня минус 1 килограмм». Поэтому, девчата, я думаю, эта визуализация должна вам помочь. Это очень классная мотивация. И каждая из вас может для себя понять, что сбросила одну баклажку 6-литровую или 20-литровую воды, да, и представьте, вот походите с этими баклажками, элементарная, да, по 6 литров, походите по дому, вы увидите, что это очень и очень тяжело. А это наш с вами организм, это наши ноги, наши суставы, да, это все, что нам мешает комфортно жить. Поэтому я уверена, что для вас это будет сумасшедшая мотивация. Теперь перейдем к замерам. Но прежде чем перейти к замерам, тоже одна из зрительниц мне писала: «Лена, конечно, в корсет себя затянула, даже видно на фотографии». Я вам открою маленький секрет. Когда я делала фотографии до и после, вот вы видели предыдущее видео, у меня, к сожалению, здесь в квартире не было именно прямого платья. У меня было платье, я вам тоже показывала, оно такое, тут карманы у меня такие свободные были. И дабы обрисовать немножко фигуру, я просто, девочки, никому об этом не говорите, я просто эти карманы вот так вот завязала сзади, и вот тут получилась, знаете, вот такая гитарная фигура. Но сейчас у вас будет уникальная возможность увидеть меня без грации, как вы говорите, что я постоянно все затягиваю. Нет, на мне только бюстгальтер. Ну, извините, я его снимать не буду. Во-первых, мне нужно померить свой объем груди, чтобы зафиксировать. А без бюстгальтера, ну, он не будет, скажем так, достоверный. Но здесь подо мной я даже пожертвовала своими, простите за мой французский, плавками и сняла все. У меня здесь только спортивные брюки. И я сейчас немножечко отойду в сторону, и вы увидите, как я выгляжу со стороны без корректирующего белья, без утяжки, без ничего, без всего. И чтобы не быть голословной, я вам сейчас это покажу, только отложу немножечко микрофон. Ну, за мешок вы поняли, да? Это, конечно, ужас. Это трэш. Вот представьте, вот этот мешок, и вы носите его вот так каждый день. Каждый божий день. Мотивируйтесь, девочки. Так, это мы отставляем в сторону. Значит, чтобы вы мне не говорили, что я сейчас в утяжке, вот, девочки, вот мой живот, вот это все есть. Сейчас я это просто немножко подниму, чтобы даже талию померить. Вот я подниму так вот штаны повыше, чтобы вы мне не говорили: ты сжала на талии. И чуть-чуть отойду, чтобы вы видели, вот какая у меня фигура и как я выгляжу.
И теперь давайте померяем. То есть я сейчас фиксирую объемы при весе 87 килограммов. Мой рост 1,59 м. Объем груди. Объем груди 114. Я вам, кстати, рекомендую, так как я вот в предыдущем видео бросила такой клич, мы с вами идем 4 месяца такой плодотворной работы к Новому году, мы с вами идем к новой версии себя. Я вам тоже рекомендую сейчас сделать свои замеры и потом посмотреть по истечении 4 месяцев. Каждая из вас уже поставила свою цель. Я читала ваши комментарии в отчетном видео, которое вот предыдущее было. Я вас очень благодарю за то, что вы меня поддерживаете. Очень такие теплые слова поддержки были. Спасибо вам огромное, мои любимые зрители. Так, теперь смотрим талию. Отхожу немножко назад. Смотрим талию. Вот прокручивается талия 95 сантиметров при весе 87. И что еще я меряю, это бедра. Бедра я меряю по выпуклой части живота и по выпуклой части попы. Вот таким вот образом. Вот таким вот образом. Чтобы он прокручивался. Ой. Закрутилось и бедра 117. Эти объемы я сейчас фиксирую, и потом уже перед Новым годом у нас с вами будет отчетное видео, и мы с вами посмотрим мои результаты, приду ли я к 80 килограммам, и будем смотреть, что будет с объемами. Потому что бывает, что объемы уходят, а вес стоит. Или вес уходит, а объемы уходят, а объемы стоят. Самый лучший вариант, это, конечно, будет, если будут уходить и объемы, и вес. Я, например, этого очень и очень хочу. Буду стараться все для этого делать. И я поздравляю своих тростиночек, которые присоединились в телеграм-канал. Я вам уже говорила, что вместе нам будет веселее, вместе не будет шансов у вас сорваться, уйти в сторону. Поэтому наш с вами бесплатный мотивационный марафон стартанул. Делайте замеры, записывайте свои замеры. Можете продублировать и в телеграм-канал, можете записать себе в листочек. И уже со следующей недели мы работаем, и я уже жду ваши результаты. То есть уже время че началось. Сегодня у меня 31, завтра выйдет это видео. Это будет 1 сентября. Я отдаю старт, и кто принял мой вызов, обязательно об этом мне напишите. Все, мои хорошие, я была сегодня рада с вами пообщаться. И, как я всегда говорю, я вас люблю, целую и ценую. Пока-пока.